Всем привет, с вами Том, и мы продолжаем изучать навык вампиризма с Агнесой, чтобы наши вампиры перестали быть вампирами, и мы ждем, пока вырастет Лилия, чтобы привить к ней пробег львиного зева, и, короче, все, да, все, все у нас Агнеса вся прям в выращивании всякой разной штуки. Расскажи, как вы подружили кошек, они не дрались, мы пытаемся сейчас перевести кошку, она агрессивно на кота реагирует. Короче, сейчас расскажу про кошек. В этом разделе говорится, что некоторые вампиры чувствуют вину, когда пьют кровь из персонажа и стараются избегать таких ситуаций. Вот. Так, дальше нам Вальтер говорил, что, в принципе, можно читать уже второй том с пятого уровня. Так, траволечение. И это траволечение. А вампиризм где? Второй. Траволечение. Снова траволечение. Игнеса, куда ты делал вампиризм второй том? Открыть. Как ее заманить? Огнесса, куда ты дела второй том вампиризма? Признавайся. Она его, наверное, в библиотеке ставила. Так, тут совершенно точно его нету. У меня в карманах только травовлечение. Вот это Огнесса. Куда книгу запихала? Какая? Ну ладно, давайте купим еще одну. Да, купить книги. Навык. Вампиризм. Короче, про котов и кошек такая тема. Если вы пытаетесь на территорию кота привести нового кота или кошку, неважно. Это будет очень сложно сделать, потому что коты яростно защищают свою территорию. Да где вампиризм-то? Археология. Может быть, это не навык? Мистика? Нет. Да. Ну вот, все. Я потерялась. В каком разделе должно быть? Показать все. Короче, если переводишь на территорию кота, неважно, кошку или кота, он, тот, кто кот уже живет, он будет очень агрессивно настроен по отношению к новому животному. И вариант у нового кота, если кота к коту, то новый кот сможет прижиться, только если он навешает старому. Ну, то есть, как бы, либо второй кот доказывает, что он более классный, и первый затыкается и живет, либо он его гнобить будет всю оставшуюся жизнь. Насчет кошек... Слушайте, я серьезно не вижу книжки по вампиризму? Может быть, мне не так делаю? Вот, купить справочник. Господи, это отдельное. А где второй том? Значит, читай первый дальше. Вот, кошек коты принимают более благосклонно, чем котов. Читай первую дальше. Не знаю. Видели, куда она вторую положила? Я не помню. Вот, то есть, вот кота к коту привести шансов практически никаких. К кошку к коту привести шансы есть, но придется долго, пока они не это самое. И, конечно же, придется кого-то из них кастрировать. Это вообще без вариантов. Вот, и насчет кошки... Боже, оно встало. Привет, давно не виделись. Насчет кошки-кошки все гораздо проще, потому что, как бы, кошки... Уже шестой уровень, да ты мать вообще даешь. Кошки более благосклонно к этому делу, ко всему относятся. Естественно, что та кошка, которая будет приходить на чужую территорию, она априори будет вести себя более тихо, тише воды, ниже травы. То есть она будет уважать того, кто уже живет на этой территории, будь то кот или кошка. Да? То есть проблема в основном в хозяеве территории. Вот, поэтому, как бы, то есть чужая кошка право на территорию заявить может, конечно, но как бы это не так в их природе, как у котов. Поэтому, в принципе, кошка плюс кошка обычно особо проблем не возникает. А вот с котами, да. Так, короче, да. Получен доступ к косичке из чеснока. Она теперь может плести косички, венки, гирлянды из чеснока. Ей. Короче, эту книгу мы больше не можем читать. Вот, второй том. Я не знаю, куда она делала первую книгу. Может быть, я ее просто не вижу.
Я не удивлюсь. Открыть. Что я не поняла, подождите, подождите, а где она? А, вот в кармане сразу читать второй том. Ну, почитай еще чуть-чуть, зайка, будь ласка. И кот такой вот. Давайте мы шутку для Слай скажем. Скажи, ты надо мной издеваешься? Скажи честно, пугало, ты издеваешься над котом, да? Потому что ты не та самая, а он в этой самой. Ту книгу пошел убирать. А ты какую книгу убираешь? Погоди, пожалуйста. Ты первый том убираешь? Первый том. У тебя какой пугаля первый том убирает. Такой раз и понес книжечку. Такой, я уберу. Может, ты там еще это, посуду помоешь? Не-не, ты убирай. Ну, убираешь. Зараза такая. Не донес. Окей. Го, посидим, пообщаемся. Что ты встал там? Что там было в чатике? Просто котов и кошек. Бум. По вампиризму книги, походу, только через компьютер. Нет, там отдельный путь был. Джейк, привет. У меня кот кастрировал, он всю жизнь жил в квартире, кошек не знал и спокойно на нее реагирует, а кошка жила в частном доме и гоняла котов со своей территории, она очень агрессивно реагирует. Ага, то есть она не воспринимает кота как кота, понятно. Ну, я думаю, ну, если прям совсем ссорится, то просто попытаться держать в разных комнатах, может, какое-то время. Вот, возможно, она... как-то попривыкнет, и, или кот как-то попривыкнет к ней и не будет на нее как-то это сально. Иди сюда. Го сюда. У нас кошки, в принципе, ну как-то какое-то время настороженно относились. Вот. Но так, чтобы там кто-то кого-то гонял, никогда такого не было. Ну, они, понятное дело, что играются постоянно, вот. Я думаю, что да, наверное, она сильно задиристая, потому что жила в частном доме, и поскольку кот без, не обладает соответствующими феромонами, да, она его не воспринимает как кота, вот, иначе бы она более благосклонно к нему относилась. Вот. Ну, тут ругаться бесполезно, то есть как-то можно попытаться их там... кормить вместе, ну, чтобы следить, чтобы они вместе ели, там как-то все вот это. Вот. Ну, и еще, знаете, может помочь, мне кажется, если вот одинаково их гладить, и вот это все, потому что, может быть, она еще, как бы, то есть не делать различия, что там кто-то кого-то больше любит, кого-то меньше любит, может быть, это их уравняет больше в этих самых, в эмоциях, потому что кошки ревнуют все-таки часто. Где ты пищишь, господи, боже мой? Может, тебе уже снять эту штуку? Выложить фотографию в Инстаграм. Снять. Я думаю, уже можно снять эту штуку. Нет, еще нельзя. Да я бы уже сняла. Его всего лишь белка покусала. Почесать брюшком. Пугала-пугала кота, да. Мари значит. Эдмари живет одна, и она. Ее папа сегодня напугал, пришел в гости просто. Я бы тоже напугалась, если бы ко мне пришел в гости. Папа с ключами. Жесть какая. Ты, конечно, такое себе. Такой, а я что, я в гости, да, пришел. И не скажешь же ничего. Как вы думаете, он палит в себе подобных буратинчиков? Зуба-туб, лав... Шерри с Рёта отказались от Славы? Нет, они ж качают видеоблогерство, Рёта качает, поэтому они не отказывались. И, в принципе, тут я тоже это не нажимала, я просто не предпринимаю попыток тут что-то качать, как все-таки красиво с цветами, да? Вот, но там у Рёты уже вторая звезда, по-моему, или первая. Не, первая звезда у него. Боже. Они нашли друг друга. Это милота такая.
Вот. И кот такой, и я буду играть такой в кусты. Пугало не знает, с кем ему, с коровой играть или с котиком. С калиткой проблему решили? Мы решили с калиткой проблему очень радикально. Мы ее убрали. У нас теперь тут подкоп. О, лилия выросла. Агнеса, го прививать, львиный зев. Прививать. Так, это ж лилия, ничего не путаю. Куст бузины. Откуда тут куст бузины? А, вот она, лилия. Я ничего не понимаю. Тут же не было или был? А, я передвигала, был, точно. Окей, ладно, был. Черт. Действительно на лилию не похож. Ладно, еще не вырос. Отмена. Отбой. Сиди, ешь дальше. Короче, мы помучаемся вот весну, может быть, лето. Если у нас орхидея не вырастет, то все. Я ее на 4, честно. Я уже устал. Пытаться это вырастить самостоятельно. Че ты там хомячишь, сидишь? У тебя вообще что-нибудь осталось в холодильнике еще? Мне кажется, она уже все тут поела, что у нее было. Нет, что еще есть какие-то. Мне надо посмотреть, что она еще может приготовить. Нам как бы... А мы заплатили по счетам? Такие. Да, заплатили. Это уже радует. Приготовить надо без трав. Вот давайте приготовим. Что тут? Средство от насекомых. Готовь, моя дорогая. У нас прям это самое... Как вы думаете, как будут люди реагировать на пугало, если я сейчас приготовлю и начну дворовую распродажу? Пугало прям это полюбили они друг друга. У меня кот на кошку все пошипивает, но главное это подружить кошку с птицами. Вот это настоящая головная боль. Ой, вот это я вообще не представляю, как сделать, только если они не вместе росли, потому что... Как бы коты и кошки, ладно, но кошка птичку всегда будет расценивать как добычу, поэтому... Дымок дымит пугало. Ну, я не скажу, что русский там сильно богаче, чем английский, или на, как бы, потому что в английском на самом деле тоже очень много понятий, которых нет в русском языке. То есть тут сложно так говорить, потому что все языки по-своему богаты на самом деле. То, что там у них грин-грин-грин, это не значит, что у них нету других слов, которых у нас. Ну, в смысле, ну, короче, там есть свои определенные особенности, которые у нас, наоборот, никак не отражаются. Ну, вот Крис бы мне сейчас подсказал, но он в наушниках во что-то рубится, поэтому я не могу ничего сказать конкретно. Ну, там он мне приводил какие-то примеры, там вот и прилагательные всякие разные бывают, которые у нас никак не различаются, а в... Английском это совсем всем разные слова. Листья тут жечь, походу, бесполезно. У нас какая-то проклятая территория, они опять появляются. Ну, короче, по котам и кошкам, в общем, единственное, что, наверное, можно посоветовать, это стараться не сильно их не различать и не давать друг дружку обижать как-то так более-менее, вот. И надеяться, что со временем они все-таки попривыкнут, то есть... Все, ты уходишь? Ну, ладно. Он ушел, но обещал вернуться. Вот, поэтому, может быть, как через какое-то время образуется, потому что, ну, как бы... Ну, когда кошка поймет, что кот все равно никуда не уйдет, как бы. Он, может быть, и ушел, но некуда. Ну вот. Но, как бы, на мой взгляд, это лучше, если бы наоборот кот кошку гонял. Тогда было бы вообще, наверное, сложно. Агнес использует магию вне Хогвартса, да вообще. Чего Агнеса только не использует? Болгарский перец тут. А что ты... Вот, куда она все время уйдет и сейчас вернется, вот опять будет делать, да? Так, я вообще должна лилию караулить. Лилия. Когда тебя можно будет прививать, лилия ты моя? Ненаглядная.
Где мы там? Мне больше всего нравится, что те, для кого мы стараемся, нам не звонят. Ни один, ни второй. Ни Роберт, ни Виктор. Кстати, с Виктором у них там еще есть какая-то. Ну, у них как бы была розовая полоска, но сейчас она написана просто «друзья». Мне кажется, у них уже скинулась эта розовая полоска, даже если она там и была раньше. Сейчас я ее вообще в упор не вижу. Видите, она как бы место под нее есть, но она не заполнена вообще, по-моему, там ни на миллиграмм. Поэтому я думаю, что Агнеса первая точно никому из них звонить не будет. Как бы если вдруг объявится на горизонте, окей, не объявится, ну и ладно. Как говорится, не очень-то и хотелось. Ладно, наверное, уже поздно что-то продавать. Я думаю, мы лучше почитаем книжку. Где мы? А мы голодные, холодные. Не, вот только в туалет надо. Я наоборот боюсь кошки сильно уделять внимание. Кот-то мой, а кошка мамина, боюсь, что будет ревновать. Ну, я говорю, не... Ну, короче, как-то пытаться с ними на равных общаться. То есть, ну, давать понять, что они тут все хорошие, красивые и как бы, ну, то есть вести себя с ними по отношению примерно одинаково. То есть не кого-то там сильно ругать и там кого-то там то самое, как бы. Ну, это все зависит от животных, конечно. Окей. Ну, видите, нас позвал Роберт в гости. Пойдемте сходим, посмотрим, что у них там. Бывало ли, что у вас с Крисом вы одновременно ведете разные стримы? Мы не можем этого делать, у нас один микрофон. Так, окошко получается на время? Ну, в смысле, на зиму, пока обратно на дачу не поедут или что? Ну, привет, чё? Давайте посплетничаем о соседях. Раз уже позвала, маленькая где? Вы тут вообще уроки делаете или нет? Да? Делать. Лол. Они очень активно тут делают уроки, походу. Кто-то сломал этот самый компьютер. Хорошо. Кстати, слушайте, я хотела спросить, Ан-Мари, там, если кто-то еще в чатике есть, у вас желания тоже пропали? У меня ни на одном сейве нету желаний у персонажей. Это так и надо, или это теперь где-то отдельно включается? Смотрится как-то дико. Ну, хочется там что-нибудь поделать конкретное, а ничего конкретного поделать и не могу. Что у тебя тут? Львиный Зев, Львиный Зев, Львиный Зев. А тут у тебя гранат. Может, мы сразу возьмем побег граната? Прививать, удобрить, изучить, взять побег. Давайте возьмем побег гранаты. Я не помню, был ли у меня побег гранаты, но я, честно, не знаю, выращу я гранату у себя или нет. А тут уже целый гранат стоит, поэтому мы его сейчас возьмем побег. Вот, и львиный зев, тут до сих пор львиный зев, тут даже... Только львиный зев у него и растет. Тут написано, что и орхидеи, и львиный зев, ну, конечно, два раза. Две орхидеи, of course. Что у меня тут? Львиный зев. Вот. Плод граната. Львиный зев. Львиный зев. Короче, там, где львиный зев, там есть еще один плод граната. Давайте покачаемся на качельках. Давайте с Верой покачаемся. А что, Виктор тут где-то на участке ходит, что мы его тоже можем покачать на качелях? Он может. Уже, в принципе, 8... А чё у вас так светло 8 вечера? Прям. Не по-детски светло. Вот мы с Тамарой качаемся. Ладно, не с Тамарой. С Верой. Эй! Прямо. Гей-гей! Ну, это... Полетели. В стратосферу. Вечер пришельцев. А, пошли в бар, да. Давайте выберем себе компанию. Ну, давайте вот мальчиков возьмем в бар. Степу возьмем. И Мики возьмем. Веру брать не... Давайте Игоря возьмем. Всех возьмем. Гулять так гулять.
У Агнесы какая жизненная цель? У нее жизненная цель — любитель природы, но там надо очень много тусить в Гранит Фоллс, поэтому я даже не уверена, что мы это самое. Сейчас проверю, что-то не обращала внимания. В настройках посмотри. У меня два кота уже 2 месяца живут вместе. Сначала первую неделю друг друга не шикали, сейчас дружат. Ну да, я говорю, что со временем может пройти эта оказия. Вечер пришельцев. Все земные посетители бара могут насладиться напитками дешевле. А, внеземные, пардонте. Настройки игры. Игра. Так. А где это вообще может быть интересно другое? Да не, я думаю, это вот вроде тут этого не было никогда. Чудеса? Чё, го пить? Где у вас тут бар? Давайте. Заказать напиток. Давайте закажем любимый напиток. Я не знаю, какой у нее любимый. Короче, да, у нее жизненная цель. Вот, любитель свежего воздуха, но... Да, она тут не может ее выполнять толком. Вы что, скорее всего, микрофон с компьютера на компьютер перетаскиваете? Да. Все настолько плохо. Да, кошка на зиму, только летом на дачу. А, ну тогда это ж как бы, чё. Если что, в разные комнаты заперли, да и ладно. Если совсем дружить не будут. И она взяла себе это ячменный морс какой-нибудь. Поставь. А, да, ячменный морс. По пивасику. Ну, чё, будете общаться? Хвалить внешний вид. Тебя похвалим. Всех похвалим. Боже. Это пугает. Что за сердечки тут? Я с ними с обоими хотела поговорить. Предложить советы по снятию психического напряжения. Я понимаю. Главное, чтобы у нас с Робертом розовая полоска нечаянно не появилась, это знаете. Делиться кулинарными секретами. В баре продают кровь вампиров. Тут есть напиток «Кровавая мания». Ее могут пить... Да ладно, неужели пришельцы? Нина. Елена. Слушайте, я пришельцев... Какая ты классненькая, Елена. Я пришельцев в своем Симсе вообще не наблюдала тут ни раз. Что-то Роберт отвалился. Давайте с пришельцами пообщаемся. Так, а ты что, тоже пришелец? Или ты просто зеленая такая? Оксана. Ну, как знать, как знать. Никто же не знает, кто тут пришелец, а кто нет. Они же могут маскироваться. Мне что-то показалось, что он так низко сидит, что мне страшно стало. Хотя вот с этой девочкой я бы тоже познакомилась. Со всеми познакомилась. Дымок, а что ты тут делаешь? А разве мы дымка брали с собой? Боже. Теперь вы видели все. А где еще одна пришельца была? Тут она ушла и... Я ее не вижу. Ну, знать лучше. Дымок вездесущий. Елена? Елена это которая? Зелененькая? Вот это? Это Оксана. А вот Елена. Чудаковатая. Да, вот чудаковатых друзей нам не хватает. Давайте расскажем анекдот. Все, бар ушел. Вот, видите, он пьет кровавую манию. Потому что он вампир.
Все, Роберт отвалился. А, то Роберт со Степаном там общается. Что ты рассказываешь? Ты что-то рассказываешь или нет? Давайте поговорим о кулинарии. Очень веселый бармен у нас. Второй. Дымок вырубай. А что у вас так тухленько? Я привыкла, что у нас в баре музло играет на всю катушку. У вас тухленько. Включить. Давайте. Что там? Ну, жуткую музыку мы с вами уже переслушали. Давайте какую-нибудь летняя музыка. Ну, окей. Что-то тухленько у вас. Давайте это. Оп-оп. Оп-оп-оп. Что-то такой злой. Что-то коватое. Да чего все к коту к моему липнете? А, вот еще одна пришельца. Здравствуй, дружки. Нина. Слушайте, у нас вампиры, пришельцы в друзьях. А вообще просто Агнеса. Это прохождение связано с Мальтопонией? Нет, это вообще никак не связано с Мальтопонией. Вот вообще никак. Все, наверное, хватит нам знакомых пришельцев. У вас что, это в моде сейчас у пришельцев это пальто? Тоже пропали. В настройках нашла, как включить. Настройки, вкладка игра, нажать, включить, приходить. Так. Настройка игры. Игра. А, вот, показать прихоти. Боже. То убрали мои прихоти вообще просто. Подружиться с пчелами. Приготовить изысканную еду для питомца. Нет, давайте с пчелами дружить не будем. Что? Всех кусать хочешь? Всех покусаю, один останусь. Давайте. Танцевать вместе. Давайте еще добавим к себе в группу вот этих двух девчонок. То настолько мальчишек и все без девчонок. Страхи питомца. Да, и тебя добавим. А, уже добавили? Пардон. А, дяденька, уйди. А. Что-то я не поняла. А, может быть, уже в группе место. Ой, боженьки ты мой, мужчины подошли, мужчины подошли. Горячие мужчины-пришельцы, Михаил. И... Артём. Вот Артём знает толк в моде. Не то, что эти ваши девушки в одинаковых пальто. У него вон сережки какие модные. Окей. Да. Давайте еще с Артемом познакомимся, раз он тоже танцует. Почему все пришельцы девочки? Не, вот, видите, мальчики подошли. Хоть там молодой или какой? Или у вас вообще возраст есть? Молодой. Познакомилась с ним? Артем. Да. Спокойной ночи, да, спокойно. Да мы сейчас тоже еще минут 5 и будем заканчивать. А какие у них костюмы? Предложить научить танцевать. Что за Галина? Где ты Галину спила? Так, 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 я это, ну там это самое, Артём и Игорь, вы там это, вы там это, не это. Мне удивительно, что наш товарищ вампир ни на кого не кидается. Скажи, куда меня притащили? Зачем меня сюда притащили? Спал себе дома, никого не мешал. Гляньте на Стёпу-то. А, отжигает.
А куда все ушли? Не поняла. Что, все? Праздник окончен? Окей. Давайте. Можем его к нам пригласить на ночевку? Может, предложить переехать сразу. Ну, давайте, давайте, давайте. Ха-ха-ха. Давайте это попросим. Не знаю, может, он, конечно, откажется. Что, у вас какой-то тухлый вечер пришельцы, все уже раз... Ладно, могу немного поболтать, говорит. Пригласить танцевать Виктор. А на ночевку, по-моему, это надо только из дома предлагать, да? Мне кажется, мы скоро в обморок упадем. Ну, еще 2 часа, еще не упадем. Прикольно у них тут летняя музыка, прям Ибица какая-то. А, кстати, слушайте, мне пришла интересная мысль в голову. У меня скачана эта анимация. Вот, давайте как бы... Я, правда, не уверена, что получится. Сейчас попробую. Тома потянула на стримах пробовать что-то интересное. Так, во-первых, можно мне... Почему у меня капс включен? Нет, давайте вот лучше тут, а то там места мало. Сейчас, короче. Так, ты сюда иди. И... Это значит, потом ты поспишь. Дома выспишься. Прям это самое. Так, кто у нас выделен? Так, это Агнеса. Pause by pack. Анимация. Тома не видит ни черта. Так, нам нужна... 4F Girl, наверное, нам надо. Или 6F. Или все подряд надо сдать. Давайте, наверное... Боже, я никогда не пользовала раньше. Поэтому давайте начнем с 4F. Или можно все подряд дать. Уп. А давайте все подряд попробуем. 1, 2, 3, 4. Ща, это анимация медленного танца, если что. 6, так, только без первой. Пожалуйста. И можно то же самое повторить. А мы не можем ему дать задание? А, он не с нами. Или можем? Ну, так неинтересно. Подождите, мы ему вообще можем дать задание? Нет, не можем. Он должен быть в нашей группе. А, ну, значит, все тогда. Тогда идите домой, все. Куда мы? Ладно, чтобы позировать, надо быть обоим в непосредственном доступе. Я не могу дать позу человеку. Ладно, я на шею срется и по тесту. Уверенная ксенофилия. Тома хакнул Симс. Нет, это обычный плеер поз. И, короче, да, я тогда по тесту. Я эту анимацию просто скачала для Шерри с Рётой. Вот, и... да куда я лезу? Короче, по тесту тогда сама, когда снимать буду. Можно нам домой? Где мы живем? В каком городе мы живем? Где мы живем? F4 ранил, F5 убил. Да, короче, посмотрите потом, как это выглядит.
Нет, Виктора тоже я создавала. Играла давно за девушку-ученую, она призывала пришельцев и вышла за одного из них замуж. Потом родила зеленую девочку. Как мило. Ну вот. Ну, я не подумала о том, что я Виктору не могу дать команду напрямую позировать. Вот. Ну, короче, посмотрите. У них, к сожалению, нету прямой анимации этих самых. Но она там милая анимация такая, с медленным танцем. Давайте мы продолжим посмотреть на звезды, пока мы в обморок тут не грохнулись. Вот, да будем уже заканчивать, 8 вечера. Да, укладывайтесь тут на пол. Что у нас там, Лилия? Все еще... Ладно, я надеюсь, что через 2 недели у нас все-таки Лилия будет Лилией. Вот. Ну, может быть, мы, конечно, предложим ему остаться на ночь, но это не факт. Я не знаю, у них как-то пока не особо прогрессируют романтические отношения. Ну вот, да. Так, значит, следующий стрим у нас в среду Контрлот днем с 2 до 4. Так что приходите, будем строить большой комплекс этим самым. Там, где несколько домов на одном участке. Вот вон, еще посмотреть на этих мимишных мимишек. Вот. Как обычно, на свидании с Виктором Агнеса в обморок падает. Ну да. Есть такое. Вот, так что, в общем, жду вас тогда, соответственно, в... Когда там, в среду на стриме. Всем... А, кстати, я так и не прочитала. Ксенофилия. Поведение, как у капитана в космическом путешествии. Знакомство с пришельцами. Понятно. Вот, в общем, спасибо большое за компанию. Смотрите записи, кто пропустил потом попозже. И увидимся с вами в среду. Всем спокойной ночи, приятного аппетита и пока-пока. You're up in the sky.